Итак, машина 15-го года. Где-то год назад. Вот эта рамка. Начала у меня краска отлущиваться точно так же, как... Пробую сейчас показать. Как вот здесь. Уже на этом большом бампере. Я поехал, мне сделали полную замену. Я думаю, даже видно, что краска отличается. Если вот так вот даже посмотреть. И прошел еще год. Уже получается 4 года машине. И начали появляться вот такие точки здесь. В принципе, самые большие это здесь. Скорее всего, я думаю, это от химии моющей. Ну, не знаю точно. В общем, поехал я в сервис. Говорю, так и так. 2 месяца ждали ответа из Кореи. И как вы думаете, какой был ответ? Приезжайте на полную замену бампера. То есть поеду менять бампер полностью. По гарантии. Все бесплатно. Уже, в принципе, вот машина 15-го года, 5 лет гарантии. Уже на подходе. Уже на подходе. Но все-таки дают добро на замену. Итак, 1 октября. Машину я загнал в 9 утра. Ну и в общем сказали ожидать. Придет смс-ка на телефон. Так что в ожидании. Сейчас как раз на эмоциях. В общем, какая ситуация? Я подошел, спрашиваю, сколько времени надо мне подождать? Он говорит, ну, 2-3 дня. Я говорю, в смысле 2-3 дня? Ну, чтобы покрасить, высохло. Я говорю, был разговор, что будет полная замена. Нет, будет покраска. Короче, что случилось? Они, я не знаю, или они мне неправильно объяснили, или я неправильно понял, или они сами что-то там поменяли. В общем, идет, просто снимают бампер и красят по-новому. Я говорю, хорошо, а как домой? Говорит, ну, у нас есть машина. Ну, я сейчас спрошу, пошел, спросил, говорит, Hyundai не оплачивает аренду. В общем, вы можете взять сами в аренду. У нас, в общем, машина в аренду 35 евро в сутки. Ну, что мне остается делать? Взял машину на 2 дня. Говорю, что ну завтра, как бы, крайний день, когда я могу забрать. Так что ждем до завтра. В общем, еду уже домой. Дали мне вот такой Volvo. Volvo V40. 18 года машина. Ну, в принципе, комфортно. Ну, только то, что ручка, не автомат. А так, в принципе, очень все новенько. В общем, пробег 13 тысяч пробега. Машина удобная, держится дороги довольно хорошо. В общем, ну, в общем, 70 евро придется заплатить за аренду машины. Так что как-то так. Не очень приятно, но что уже имеем, то имеем. Итак, замена не произошла, прошла покраска, но в принципе очень мне понравилось, я так посмотрел, даже помыли машину. Ну ладно, простим Hyundai, что они не дают в аренду машины бесплатно. Вот забрал машину, в принципе уболтал еще на 10 евро скинуть, в общем за 60 евро обошлась аренда. Ну все, в принципе, как-то так все произошло. Кому это было интересно, ставим лайки, не забываем подписаться на канал. Всем пока, до новых встреч!